Всем привет! Покажу дозиметры накопительные, индивидуальные. Еще их называют дозиметр-карандаш, дозиметр-ручка. Ножи с них делают, кстати, заготовки. Вот они для гамма-нейтронного излучения. Вот так выглядят. Эмблемки на всех. Вот такие номера, номер и год разные. Вот здесь 1965, здесь тоже 65. Ну, могут разные встречаться. Внизу колпачок, полностью все в сборе, целенькое. Вот два штуки без верхних крышечек. А так все полностью в сборе. Все проверенные. Вот. Проверенные, рабочие, заряженные. Есть несколько, пару нерабочих, они отдельно. Их отложили. Вот внутри можете посмотреть. Вон стрелочка, кстати, видно даже так ее вспышкой вон возле нуля. Вот сейчас. Ну да, и так вы увидели все. Вот как пользоваться, видео другое вставлю, других людей можете посмотреть. А внешний вид в этом видео вот вам показал. Кроме вот этой эмблемы производителя и год производства, надписи на них других нет. Вот такая буква R в кружочке. К16 написано вот на этом, видите. А вот на этом, например, 1965 написано. И тоже такая эмблема завода. Вверху это номер в коробке их. Этот 46, этот 8. Номер, как он в ящике лежал. Есть целый ящик таких. По-моему, там 50 штук. Кому нужно, смотрите на сайте. Вот такие дозиметры, карандаши. Эти рабочие, проверенные. Есть также нерабочие тоже. Их как сувениры люди себе берут. А кому нужно пользоваться или в коллекции нужен рабочий, то пожалуйста. Вот. Все. Всем пока.